Друзья, всем привет! Сейчас будет такой мукбанг на улице. Мы будем пить кока-колу, вот кока-кола, и кушать чебуреки с беляшами. Это нам задонатил наш топ-донатер, вот наш подписчик. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, беляши с чебуреками там в одном пакете и еще один такой пакет. Вот, это все благодаря нашему подписчику. В общем, мы, друзья, сейчас выпьем за него. Вот. Давай. Выпьем за донатера. Да, ля-ля-ля. За тебя, наш топ-донатер. А ты попробуй на коленку поставить. Ну, да ладно, да, блин. До дна. О, надо еще налить. Да, налей да, еще мне. Еще налить? Да, ну сейчас. Типа там вот стаканчик. Чтобы с этими. С чебуреками и с беляшами. Смотри, вот когда вот такую это, блин, ну прям хорошо снимают, да? Нет, так на улице наш телефон очень шикарный. Да, прям хорошее изображение. Смотри, не пролей ни единой капли. А то что? Ну жалко. Топ-донатер же задонатил. Ты меня накажешь? Да, я тебя накажу. Накажи меня. Смотри, большие беляши. Вот, друзья, смотрите, какие беляши. В общем, вот такой вот необычный мукбанг на улице. По просьбе нашего топ-донатера. Вот, все, друзья, кто кушает, приятного аппетита. Прям пахнет вокзалом. Да? Вокзалом? Ну, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, но такое ощущение, как будто мы на вокзале. Гриша часто ездил в Москву с Курского вокзала. Да. И кушал там беляши. Да. У меня такое ощущение, как будто мы на вокзале, и сейчас вечером у нас поезд в Питер. Ну что, наши мечты сбываются. Да. Да, друзья, возможно, мы на недельку в Питер съездим. Сейчас вроде бы у нас более-менее нормализуется, все, Женя тоже на работу устраивается. Угу. Сегодня забрала справку об отсутствии судимости. Завтра понесу документы, кадры. Вот пакетик. Ну, я что, если буду ставить сюда на пакет? Ну, чтобы колу пить, запивать. Прям ностальгия. Ну, друзья, очень вкусненько. С кока-колой. Объедение. Мы давно с Женей так мечтали покушать чебуреков. Угу. Ну, и я больше люблю беляши, а Женя чебуреки. И, кстати, мы вчера смотрели в этом кафе, чебуреков не было. Сегодня приходим, там и беляши, и чебуреки. Видишь, тебе так повезло. Да. Ну, нормальный чебурек, вкусный? Да. Погодка вообще такая классная. Так хорошо тут. Такой, друзья, видите, мы устроили пикничок. Ну, это говядина, это не свинина. А ты беляш кушаешь, да? Ну, вкусно. Короче, мы тут нашли рядом с нами много всяких кафешек, там пекарен, там суши, магазины, там, ну,
Короче, все нормально, все рядышком, да. Можно заказать любую кухню. А ты пробовал том-ям когда-нибудь? Я хоть и пробовал, ну, давно. В Курске. Там, где там, Централ парк. Вот где крыша. Там было кафе. Забыл, как называется. Ну там чисто суши и все вот эти вот чё-то супы. Ну и тебе понравилось? Угу. Я абсолютно не помню вкус. Не помню, что я. А тут уже секретно так не помню, что не надо. А что тебе там? Не, ничего не надо. Москва, прекрасный город. Друзья, я вообще очень люблю Москву. И Жене тоже нравится, да? Да. Она такая разная. Есть места, где прям движ-движ. А есть прям спокойные такие. Женя говорит, что у нее здесь больше возможностей. Да. Ты подлить еще? Так. Вот, друзья, смотрите, упаковка. Жалко только, что не из морозилки. Да. Ну, пока у нас нет холодильника. Да. Пока у нас нет, возможно, за тебя на чтоб донатил. Да, спасибо тебе огромное. Да, спасибо огромное. Ты нас постоянно выручаешь. Родственник. Да. Ты уже как на... уже как наш родственник. Мы очень соскучились по Кока-Коле. Да. Мы последний раз пили ее в Курчатове. Так. Что я возьму? Чебурек? Чебурек? Вот, друзья, вот. Вот чебурек, смотрите. Как он пахнет. Какой он вкусный, замечательный. А на воздухе вообще все вкусно, да. Свежим. Получается, наш топ-донатер устроил нам пикник. Угу. Курчатые мы так и не сделали, не записали пикник. Где в Москве? Да, в Москве. Может, в Питере? Я в Москве уже сделала кучу тех дел, которые я никак не могла сделать в Курчатове. Вот так вот. Друзья, переезд это очень полезно. Может, мы в Питере на Финском заливе, глядя на море и корабли, строим себе пикничок. Наберем еды, горячего кофе по пути. Питер. Да, там очень красиво. Ну ладно, там прохладно, но там же тоже море. Балтийское, конечно, море. Те же самые корабли. Да. Там еще шоу всякие. Я когда была там, там, знаешь, такие есть эти. Ну, короче, напор сильный из-под воды. И на двух ногах стоят и поднимаются над водой. Да, я видел. Не знаю, как это называется. У нас Курчатове тоже такие, да? Устраивали. Круто.
А нужны ты салфеток потом руки вытереть? Я хотел тебе сказать, а что ты схватился? Пакет же есть. Нет, салфеток нет? Нет, конечно. Надо было купить. Угу. Потом, поэтому ем из пакета. Ну что такой зажаристый по краям, да? Да. Не, ну мне беляши больше нравится, чем чебуреки. Надо было себе два чебурека опять. Ой, да, два чебурека, а мне два беляша. Ну ладно, в следующий раз. Как упаковка, она даже теплая. Да. Вкусные очень чебуреки, друзья. Еще он, они такие немножечко перчененькие, но тут чувствуется перец. И мяса много. Едят и снимаются на камеру. Мы же блогеры. Мы блогеры, мукбангеры, АСМРщики. Ой, я уже наелся. Ну, лучше газированная она просто. Ну да. Что, тебе подлить какой-то? Не, у меня еще есть. Да. Сколько ты поставишь оценку по пятибалльной шкале беляшам и сколько чебурекам? Беляшам пятерку, а чебурекам четверку. Да, я тоже согласен. Потому что немножко резиновое тесто. Да. Беляши вкуснее, да? Да. Тесто лучше. В следующий раз буду только беляши брать. А где мы недавно чебуреки покупали? Очень вкусные. Ну, не помню. Я еще помню, что они были прям такие светлые. Мы покупали, мы беляши покупали. Мы с тобой тогда разговаривали, и я сказала, что они здесь в сто раз вкуснее.
А, это я в НКЦ уже покупала. Там был, правда, вкусно, что было. Друзья, ну всем спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи.